Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У нее растяжки на руках и на ногах. Она вышла. То есть все в биополе, да? В ее. Да. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Йоланту в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Йоланты поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Йоланты. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, Вера, посмотри, где у нас там растяжки стоят. У нее на руках и на ногах. Как шнуры огромные, на конце такое ощущение. Не огромные, в смысле, они толстые. И где-то 1-2 метра длиной, и на конце как булавы такие железные. Вау. Хорошо, разрезаю на руках и на ногах. Влад, разрежь эти канаты, и они отправляются в клетку-тюрьму. Йоланта не знает, откуда это? Не догадывается? Она говорит, что может быть несколько вариантов. Хорошо, мы найдем тот вариант. Здесь ошибки невозможны. Поехали дальше. Ушло все, Вера? Да, в клетку. Я даю команду на счет 3 сканер сканировать пространство над головой Йоланта под ногами. Становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Йоланта. Находит все. У нее бес, инкуб, инсектоид, синий дракон и арахноид. Хорошо, считай цифры у синего дракона над головой. 56-12. 56-12. Хорошо. Бес, какие цифры над головой? 8. Бес, твои канаты? Мои. Хорошо, будем сегодня разбираться. Все знают, где они находятся. Вы находитесь на чистке. Сейчас мы начнем нашу процедуру. Рекомендую всем исполнять мои команды. После проверки всего, когда вы все вытащите, пройдет реверс. Проверка будет проведена несколько миллионов герц. Если кто-то попытается что-то оставить, он просто сгорит в этой клетке. Такое бывает неоднократно уже. Поэтому я не рекомендую это проверять. Я вас предупредил. И я даю команду тонкой копии Йоланта спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Итак, Бес, сколько ты находился в этом биополе? 7 лет в биополе. 7 лет. А что это у тебя за веревки такие? Дергаю за эти канаты. Да я понимаю, что ты дергаешь за эти канаты. Какую реакцию ты вызываешь, когда ты дергаешь за эти канаты? Вибрации снизить. Мне так себя по слову вытягивать сейчас? Я что-то выпить, думаю... покричать. Покричать. То есть ты зашел на что именно? На крик? На... Назови эти эмоции. Властность, ее мне нравится. Властность. Властность — это твоя чистота, да? Бес? Надменность, да. Властность, надменность — это твоя чистота. Отлично, хорошо. Я должен понимать причины для того, чтобы она могла изменить себе. Гордыня. Эти... Гордыня, властность. Хорошо. Это все притягивает тебя, и последние 7 лет ты себя очень комфортно чувствовал в этом биополе. Я так понимаю? Так. Хорошо, скажи мне, есть лярва в ее биополе? Есть. Хочешь их забрать после чистки? Хочу. Хорошо, я тебе их отдам вместе с эмоциональным фантомом, если хочешь. Хочу. Хорошо, отвечай на мои вопросы, если они будут. Поехали дальше. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? 2 года. 2 года, хорошо. Инзиктоид, сколько ты находился в биополе, сколько у тебя инкубаторов? 1 инкубатор, 4 года. Понятно, 4 года, 1 инкубатор. Синий дракон, меня удивляет твой уровень, 56-12. Ты уж точно знаешь, куда приходить. На какие космические энергии, не так ли? Да. Хорошо, объясни мне, сколько ты находился в этом биополе? 7 лет. Что именно тебе в ней так понравилось, когда ты ее заметил в первый раз? На что ты... Логика. Интересно. Да. Хорошо, а что ты демонстрировал ей через свои платы? Как ты использовал эти знания логики? Ты ее направлял куда-то или ты чисто питался энергией? Мне нравилось, что она делала.
Подкидывал идеи, брал энергии. Аналитический ум, а не... Ну, аналитический ум, это понятно. Мне просто интересно, не был ли ты катализатором к тому, что она чувствовала себя властно? Властность – это ее реакция на то, что у нее получается. Понятно. Просто это я реакция... лишь участвовал в процессе. Хорошо. Чему ты ее научил? А властность – это ее личное качество, реакция на происходящее. Чему ты ее научил за эти 7 лет, находясь в ее биополе? Маленьким вещам, связанных с ее логическим умом. То есть ты хочешь сказать, ты как-то улучшил ее дальнейшее логическое мышление в этом плане, да? Добавил в него маленьких моментов. Хорошо. А что ты брал за это? Энергии. Добавление. Какие? Третьего глаза. Третий глаз. Угу. И сколько процентов ты забирал из 100? От 30 до 40. Скажи мне, у тебя есть контракт с ней? Есть. Понятно. Ты же понимаешь, договор. Договор. Мы сегодня будем все аннулировать, поэтому тебе придется постоять до конца уже в этом сеансе, чтобы мы полностью разобрались. Последний арахноид остался. Арахноид. Сколько ты находился в этом биополе? 2 года. В доме тоже арахноид. Да, я хотел как раз спросить, кто еще из присутствующих есть в доме? Бес, ты там присутствуешь? Присутствую. Бес, арахноид, значит, там в доме. У дракона есть платы. И у дракона там еще платы есть. Я понимаю, у нас сегодня намечена чистка ее дома по ее волеизъявлению. И мы будем с вами 3 еще раз сегодня встречаться. После чистки, когда вы пройдете проверку, я вам открою портал. Для беса отдельный портал в дом. Вы пойдете в дом. За это время вы соберете все, что вы там оставили. Минут через 20-30 я приду, проверю, открою вам порталы на вашу чистоту, и вы уйдете первый раз на вашу чистоту. Кроме того, если бес там хозяин в доме, то я могу отдать ему всю черную энергию, темную энергию, которая насобиралась в этом доме, если его это интересует. Ох, нужно же сегодня. А... Подожди, у нас еще инкуб в доме, в сауне. Там есть сауна, там есть инкуб. Я первый раз вижу инкуба, живущего в сауне. Инкуб. Мне это показывает. Инкуб, а как так получается? Объясни мне. Это твое место, где ты отдыхаешь или как? Теплое место, прекрасное. Но отдыхаем мы с ним вместе там. Понятно, хорошо. Понятно, понятно. Без вопросов. Поехали дальше. Хорошо, как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Отлично. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Йоланта забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Бес, скажи мне, где лярва находится в биополе? Сейчас, подожди. Из канатов идет золотая энергия. Это энергия творчества, вот созидания. Да ты что? А зачем тебе эта энергия, бес? Творчество. Я преграждал. То есть ты тормозил ей творчество и созидание? Да, мне нужна властность, а не творчество и созидание. Интересно. Мы знаем много творческих, властных людей, в которых даже вот на первый раз, с первого взгляда видно, что в них сидят демоны высокогерцовые. Там нет созидания, там есть корысть. Да, верно. А творчество с созиданием – это бескорыстно. Вглубь себя. Развитие. Мне оно не нужно. В любом случае, это для меня ценная информация. Поэтому и канаты толстые накапливали. Понятно. А так в ней много этой энергии созидания и творчества есть? Она в ней есть. Это, наверное, важно для нее. Это важно. Это способствует ее развитию. Благодарю за эту информацию, бес. Я за это отдам тебе то, что я тебе сказал. Мне важны такие моменты для того, чтобы человек понимал, как можно ей в следующий раз избежать подключки, например, беса. Когда он знает, что это такая-то ситуация, может быть, в следующий раз она себя поведет по-другому и вспомнит этот разговор. Лярва у нее есть. Где? На шее есть. Пах есть. Угу. Спина. Крестец. Понятно. Все, это все ты получишь сегодня. Я тебе дам отдельную команду. Ждем окончания реверса.
Карьер закончился. Хорошо, начнем с арахноида. Арахноид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, паутину, колючки свои, иголки, жидкость и все остальное. Возвращайся в клетку, приступай. Готово. Синий дракон, я прошу тебя выйти сейчас и вытащить все платы, которые ты оставил в этом биополе, полностью отключиться. Приступай. У него две платы, сердечная чакра и третий глаз. Ну, от сердечной чакры там шел холод, и от третьего глаза, я говорил, в голове там сидит что-то конкретно. Понятно, хорошо, посмотрим, как она себя будет чувствовать, когда эти платы выйдут сейчас. А вот сам он, как Вишудхи, сидит в голубой чакре и... В горле, да. Он какие-то ораторские показывает, как вот он... Властные ораторские качества, когда она может убеждать людей. Но делает это он говорит. Или повторяет за ней. Вот эту картинку он мне показывает. Да ты что, Синий дракон, у тебя такие качества есть? Ораторские? То, что ты их можешь передавать, я в этом не сомневаюсь. Но я удивлен, что... Где ты развивал свои ораторские качества? Вот с ней развиваю. Так вот, он снялся. Понятно. Значит, твой был интерес в своем дальнейшем развитии, в твоем личном, правильно? Конечно. Хорошо. Интересная цель. Инсектоид, выходи. Вытаскивай свой инкубатор, отключайся полностью, не забудь вытащить все крепления и жидкость. Приступай. Желудок, вот эта верхняя часть, желтая чакра. Снял. Хорошо, инкуб, любитель тепла. Выходи, снимай все, что ты оставил, отключайся полностью. Приступай. У него одеяло в сауне. Но мы все равно его отпустим сегодня. Хотя, я могу забрать одеяло оттуда, не притягивая его. Пробуем. Открывая портал в сауну Йоланты. 1, 2, 3. И на чистоте инкуба одеяло на 4 летит в клетку к инкубу. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Готово. Отлично. Закрывая портал, опечатывая, растворяю. Хорошо, инкуб. Напутался в нем. Ну, понятно. Да, тепленькая. Хорошо, ждем, пока он все вытащит. Ну, просто мне не надо будет его отпускать в дом. Займется поиском новой жертвы, да, инкуб? Он все снял. Хорошо, бес у нас остался, бес. Выходи, у тебя что-то осталось еще там, посмотри. Инкуб, кстати, делал с нее, как он говорит, царицу. Он переплетал ее такими ремешками кожаными. Да ты ноги, что? Руки. Расскажи, инкуб, а как это воздействовало? Вот на ее это переплетение. Желание как... у нее было. Желание было, понятно. То есть это ты мастер своего дела, да? Я мастер. Хорошо, поехали дальше. Бес, выходи, посмотри, что там осталось у тебя еще. Энергии свои забери и доложи мне на месте, что ты закончил. У него высокие гольфы под самый пах снимает. Хорошо. Отягощал? Красные шарики. И руки, и ноги. Он говорит, что это мои энергии, они нужны, чтобы мне здесь находиться. Понятно. Снялся. Хорошо, бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в биополе Йоланты. Посмотри внимательно, ничего не забывай. Приступай. Как он может забыть? Готово. Хорошо, возвращайся назад. Я даю команду на счет 3, включая внутренний белый свет Йоланты. 1, 2, 3. И Йоланта этим светом выдавливает из себя все негативные остаточные энергии на чистоте беса, инсектоида, инкуба, синего дракона и арахноида. 1, 2, 3. Все это выходит и формируется в шар. У нее большой шар, смешанный грязной энергией. Понятно. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Без беспокоиться, еще что-нибудь отдашь? Ну, я же тебе сказал, эмоциональный фантом. Сейчас время придет. Боюсь, забудешь. Ну, ты же напомнишь. Чисто. Хорошо. Все, все прошли проверку. Значит, тогда сделаем следующее. Сейчас подхожу к Йоланте, кладу руки на плечи и даю... Импульс высокой вибрационной шокового удара помогает ей сжечь все каналы от интерферентов на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетают все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. И эти каналы уходят на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Давай сначала разберемся с этими. Открывается сейчас против часовой стрелки портал в квартиру. 1, 2, 3, Йоланты. И арахноид, и синий дракон уходят в этот портал и дожидаются синего нас. Дракона контракт еще. А, хорошо, синий дракон остается. Стоп, закрываем портал. Значит, тогда придется всем подождать. Мы каналы отстегнули, все нормально, да? Да.
Все ушло. Поехали тогда дальше. Начнем тогда с эмоционального фантома сразу. Выходит эмоциональный фантом Йоланты. 1, 2, 3. И проецирую тебе все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Злость генерированная проецируется на эмоциональном фантоме. У меня много сомнений, разочарований, вопросов. Хорошо. Спрашиваем Йоланты, готова ли она расстаться с этими энергиями? Готова. Хорошо, скручиваю эти энергии в шар. 1, 2, 3. Сматываю. Без забираешь? У меня какие-то хаотичные чувства в этом шаре. Забирает. Хорошо, отправляю бесу. Отлично, вот все и ушло. Поехали дальше. Что, может перейти сразу к контрактам? Давай. Наверное, так и сделаем. Хорошо, переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Йоланта должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю вслух о том, как копия повторяет за мной. А также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активные подсвечиваются. Но вот он синим подсвечивается, есть пустые у нее еще. Есть пустые. Хорошо. Она готова расстаться, аннулировать эти контракты? Готова. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я. Я объявляю энергиями. 1, 2, 3. Пошел возврат энергии, если такова есть. Есть, да. Вернулась энергия. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И все аннулированные контракты уходят на переработку. Аннулировано. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, мы сейчас аннулировали контракт, значит, мы тогда и отсоединем каналы. Подхожу к Йоланте и даю импульс высоковибрационного шока удара, сжигая неотстегнувшийся канал. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал к синему дракону. Есть. Открывается портал галактическое ядро, и этот канал уходит на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, значит, все у нас тогда прошли, будем отпускать арахноида и синего дракона и беса в квартиру. Вы за это время соберете все свои платы, все свои подключки. Я тогда только проверю и открою вам порталы на вашу чистоту. Кроме того, бес получит еще все, что я ему говорил. Всем понятно? Да, всем понятно. Отлично, открывается два портала против часовой стрелки в дом Йоланты. 1, 2, 3. В один канал портал уходит бес, в другой канал уходит синий дракон и арахноид. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо, у нас остался еще инкуб и остался у нас инзиктоид, да? И еще вот эти шланги. Какие шланги? Веревки. Понятно, понятно. Под веревками открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработки. Закрывая, печатаю, растворяю канаты. И инсектоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Инкубу мы вернули его одеяло. Он готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Инкуб забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяя. Есть. Хорошо, поехали по частотам. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации. 1, 2, 3. Пошел процесс. Она с ней здоровается. Говорит, здравствуй, душа. Я тебя чувствую, какая ты интересная. И тепло от этого. Готово. Отлично, мы закончили. Йоланта, как вы себя чувствуете? Я счастлива, я знаю, кто я. Отлично. У нас еще остались 10 вопросов к вашему куратору, и мы сейчас будем его приглашать в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Йоланты. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Йоланты. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Мое имя Амор. Уважаемый Амор, вы куратор или учитель? Куратор. Мы приветствуем вас. Меня зовут Влад, это Вера. Рядом находится ваша подопечная Йоланта. Она изъявила желание 10 вопросов задать своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Это прекрасное желание. Замечательно.
Я постараюсь ответить на все вопросы. Я тогда буду начинать с первого вопроса, и когда вы закончите, просто скажите, я закончил, чтобы я знал, что вы свою мысль закончили, я вас не перебиваю. Благодарю вас за эту возможность. Мы очень рады, это наша работа. Итак, первый вопрос. Откуда моя душа? Альдебаран. Замечательно, мы приветствуем представителя Альдебарана в нашей комнате диагностики. И я рад находиться здесь. Замечательно. Переходим ко второму вопросу, с вашего позволения. Пожалуйста. Каков уровень моего высшего я? 12. 12 уровень. Третий вопрос. Какая была самая важная жизнь или моя роль в галактике? Такой вопрос. В галактике нет такого понятия «самая важная жизнь или роль». Если тебе интересен этот вопрос, и я как понимаю сама важность, считай, что сегодняшняя жизнь – это самая важная жизнь из всех прошлых жизней, так как каждая жизнь уникальна и несет свою частицу опыта. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый Амор. Я перехожу к четвертому вопросу. В чем главная задача этого земного воплощения, этой земной жизни? Для нее, я полагаю. Это не ее родной язык, на котором она писала, поэтому допустите такую возможность, что ей просто не хватило пару слов. Я смотрю вглубь, а не на язык. Верно. Написание. Второй вопрос. Повторяю. В чем главная задача этой земной жизни? Прийти к гармонии внутри себя. Сейчас сформулирую. Почему? Ты должна дойти до такого уровня осознания, где внутри будет гармония. После этого твое отношение к миру, детям, своей деятельности и людям будет изменена. Твоя жизнь будет наполнена смыслом. Я закончу. Благодарю вас, уважаемый Амор. С вашего позволения я перехожу к пятому вопросу. Что самое важное я должна дать своим дочерям? Время и любовь. Не издалека. Они должны чувствовать твою любовь и вырасти любимыми. Участвуй в их проблемах больше. Будь добрей и находись в моменте с ними. Для них это очень важно. На данном моменте это то, что нужно. Если ты будешь развиваться, будут другие задачи. Я закончил. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какие шаги нужно предпринять, чтобы испытать любящие и гармоничные отношения с мужчиной в этой жизни? Ты доминируешь над мужчинами. Души с Альдебарана очень упорны. Это хорошо в твоей профессии, но плохо в отношении с людям. С людьми. Ты давишь своим мнением и перегибаешь палку. Для мужчин это трудно. И они не могут находиться долго рядом, даже если очень хотят. Мягкость и молчание там, где нужно. Не нужно высказывать все свои мнения и домыслы, если тебя не спрашивает мужчина. Это очень практические термины, которые я говорю, которые ты можешь применять постоянно. Мужчина не любит доминанта. Не надо быть упорным в отношениях. Я закончил. Благодарю вас, уважаемый Амор. Седьмой вопрос. Есть ли рядом со мной родственные души? Есть. Я понимаю, она хотела спросить, кто это, если можно узнать. Или намекните. Младшая и старшая дочь. Младшая и старшая дочь. Я благодарю вас. Я перехожу, с вашего позволения, тогда к восьмому вопросу. Каковы существенные непроработанные программы, чтобы перейти на следующий уровень? Я не понимаю вопрос. На какой уровень? Уровень чего? Хороший вопрос. Я полагаю, уровень сознания, осознанности. Я возьму этот вопрос как «что мне нужно сделать, чтобы повысить свою осознанность?» Я так понимаю этот вопрос. Я хотел два слова добавить. Я надеюсь, что это не касается этой истерии, которая сейчас на Земле идет с переходом
в четвертое измерение. У нас здесь идет всякие такие разные информации. Она это, правда, не написала. Поэтому, уважаемый Амор, давайте остановимся на вашем варианте. Он намного интересней. Я хочу обобщить. Пожалуйста. По поводу четвертого измерения. Есть осознанные души, которые давно перешли уже в четвертое измерение. Их немного, но они есть. Вся вибрация планеты, Земля, поднимается выше и выше. Поэтому идет столько информации на Землю. И поэтому ваше развитие очень быстро. Каждый раз открывается новая и новая информация. А также информация, которую даете вы, не понимая того, привлекает очень много людей, осознанных, которые хотят развиваться и участвовать в этом. В основном это космические души. Такая информация тянет их как магнит. Понимаю. Они ищут новых и новых знаний. Так вот, следующие шаги развития, про которые спрашивает Иоланта. Она знает, кто она. Это очень важно. Но ей нужно еще много чего изучать, чтобы раскрылась полная картина, в том числе разблокировать память регрессии или триггерами, которые срабатывают регрессии. Это одно из глубинных пониманий. Вы думаете, там блокада присутствует? Ядро? Блокада памяти, как блокада у всех других. Я не призываю изучать, но изучение этой темы поможет ей продвинуться вперед. Я закончил. Благодарю вас, уважаемый Амор. Очень интересный ответ. Девятый вопрос. Какие особые способности мне нужно развивать и как мне это сделать? Может быть, заменить слово «способности» качества? Какие особые качества мне стоит, нужно развивать и как мне это сделать? Я уже говорил про упорство выше. Хорошо для бизнеса, но плохо для личной жизни. Это один аспект. Второй аспект – развивать свою осознанность поиском информации и анализа, слушать свою душу. И своего куратора, если позволите добавить, потому что в момент нахождения интересной информации, я уверен, Амор подаст ей знаки. То есть надо на эти знаки обращать внимание. Можно так Нет. добавить? Нет, душа подскажет. Душа подскажет, даже сама без вашей помощи. Душа даст ответ, правильная информация или нет. Душа внутри потянется, как растение ваше к свету. Видео притягивает. Да. Тех, кому интересно и тех, кому это надо. Это значит, в прошлом у них был такой опыт. Поэтому они тянутся как магнит. Также душа, находя правильную информацию, тянется к ней, хочет поглощать и жаждать ее. Эту информацию понимать и анализировать. Я буду давать знаки, но подскажет душа. Благодарю вас, Амор, за это разъяснение. Очень важный пункт. И позвольте, с вашего позволения, если вы здесь закончили, переходить к последнему вопросу. Да. Что еще мне нужно знать в этот момент? Нужно знать, что ты не одна. Я всегда рядом. Это то, что не хватает тебе. Уверенности в себе. Потому что ты взяла много на себя своим упорством и доминантностью. Знание, что я рядом, помогут тебе справляться с разными ситуациями. Обращай внимание на знаки. Я закончил. Амор, вы друзья были на Альдебаране? Нет. Понятно, хорошо. Благодарю вас за эту информацию, уважаемый Амор. Если вы хотите активировать сейчас ее внутренний стержень, это был бы самый лучший момент. Ее стержень активирован. Он активировался с активацией души. Уважаемый Амор, мы закончили, все вопросы исчерпаны, все было отвечено. Благодарю вас за ваши мудрые ответы, как куратора, за это тонкое знание своей подопечной и ситуации, и за мудрые советы, которые вы ей дали. С нашей стороны еще остался один момент. В нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору и каждому учителю, который к нам приходит в комнату диагностики, вы видите, какие здесь энергии, мы всегда преподносим один определенный подарок.
Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, которые есть на земле. 1, 2, 3. Это единственный чистый у нас продукт, который остался. Все цивилизации, все, кто у нас был здесь в комнате диагностики, а было очень много кураторов, мы всегда преподносили этот подарок, также представителю Альдебарана. Поэтому, если у вас есть желание, нас бы это очень обрадовало, если бы вы приняли этот подарок. Мне неожиданно и приятно. Я лишь хочу добавить по поводу последнего замечания. Мы не были друзьями, но мы не знакомы. Но когда душа проходит свой опыт на планете Земля, ей дается куратор по степени потенциала этой души. У нас была договоренность до того, как она переселилась на Землю. Значит, она отлично знает о своей программе. Вы обсуждали с ней важнейшие моменты, поэтому для нее эта информация... Программа может меняться постоянно. Конечно, конечно. В зависимости от ее действий. В зависимости от ее действий, конечно. Если человек будет развиваться, пойдет программа по другому направлению. И пробуждение. Тоже важное замечание. Очень благодарю много вас еще раз за этот прекрасный подарок и замечательную встречу. Уважаемый Амур, нам доставляет огромное удовольствие общаться с кураторами и учителями, которые несут эту мудрость, передают ее своим ученикам. Нам еще больше доставляет радость, когда спустя некоторое время, месяцы спустя, нам люди пишут, как изменилась их жизнь после таких сеансов. И это наполняет нас огромной энергией благодарности и любви. И это наша работа, поэтому я прошу вас, передайте на Альдебаране. Мы очень рады приветствовать представителей Альдебарана, до кого кураторы достучатся. Это наша работа, как я и сказал, мы с удовольствием поможем открыть двери всем, кто достиг какого-то определенного уровня. Благодарю вас за эти теплые слова, но я бы заметила, что не надо возвышать кураторов. Мы тоже делаем свою работу, и мы тоже учимся на каком-то этапе. Я знаю это от своего куратора, я знаю точно так же, что кураторы тоже могут расти в этих знаниях вместе совершенно со своими подопечными. Да, так и есть. Так что я не прощаюсь с вами, уважаемый Амур. Если вдруг у Иоланы возникнет желание встретиться со своим высшим я, мы на эти встречи всегда приглашаем куратора. И я не исключаю, что мы еще с вами встретимся. Поэтому позвольте сказать до скорых встреч и наилучшие вам пожелания от нас всех. Благодарю. Всего вам доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Отлично. Йолана, мы закончили вашу чистку и встречу с куратором. Как вы оцените информацию полученную? Я немного в шоке. Мне надо много чего переварить внутри себя, чтобы эта информация уселась и была принята правильно мной. Сейчас мы будем возвращать назад ваш биоробот, для того, чтобы все эти энергии и информация перешли на физический план, и после этого сразу приступим к чистке вашего дома. И для освоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Йоланы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта.